В конце января на канале 16 состоялось интервью с главой города в прямом эфире. Тогда свои вопросы смогли задать несколько десятков саровчан. На те вопросы, что не прозвучали в эфире, Александр Тихонов готовит письменные ответы. В ближайшее время мы опубликуем их в нашей официальной группе ВКонтакте, а также на сайте sarov24.ru. Было много отзывов и вопросов в прямой эфир, поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик и организовать очередное интервью в прямом эфире. На этот раз гостем студии станет главный врач КБ-50 Сергей Оков. 19 февраля в прямом эфире в рамках программы «Актуальное интервью» он ответит на все ваши вопросы. Мы уже принимаем вопросы по телефону редакции 601-31. Этот же номер будет доступен и во время прямого эфира. Почему именно Сергей Борисович? Нам очень часто звонят в редакцию с вопросами по качеству медицины, по медицинскому обслуживанию. И так или иначе, мы все обращаемся к врачам, и эта тема касается каждого из нас. Особенно в период эпидемии, болезни ОРВИ. Поэтому мы предложили Сергею Борисовичу прийти к нам в прямой эфир, и он любезно согласился. Прямой эфир с Сергеем Оковым на канале 16. 19 февраля, вторник, начало в 20:10. Не упустите возможность задать свой вопрос главному врачу КБ-50.